В Якутии становится популярна профессия военного. В этом году документы на поступление в высшие военные учебные заведения подали около 120 человек. Из них отбор прошли 27. О том, как поступить в военную академию, что нужно знать и насколько сложно учиться, расскажет Юлия Галигузова. Станиславу 18 лет. С 8 класса он учится вдали от дома и живет по режиму. С детства мечтал стать военным. После просмотра сериала «Кадет» решил для себя твердо: «Поступлю». И поступил в прошлом году. Закончил школу, 11 класс, выпускник. Потом после этого я собрал документы, подал через военкомат, через городской военкомат в академию, короче, Воронежскую академию. Для того, чтобы поступить, нужно быть здоровым, физически подготовленным и, конечно, хорошо сдать экзамены. С начала учебного года до конца мая в школах проводят учебные лекции. Их цель – побудить молодых людей поступить в военные вузы. Но одного желания стать военным мало. К поступлению необходимо готовиться заранее. Мы сейчас смотрим по баллам ЕГЭ, сколько у него балл ЕГЭ. Например, вот нынче поступали в город Благовещенск, парни приходят, баллы ЕГЭ там требуют 42 балла, а у некоторых 39. С каждым годом военная профессия становится все более популярной. Отчасти это связано с тем, что после окончания вузов курсанты получают престижные военные должности. Юлия Галигузова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.